Приветище! Сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием «Пчелиный симулятор». Будем играть за жужжащую пчелку. И сперва, конечно же... О, да тут можно еще и выбрать. Смотри, выберите аватар. Так, подождите. За пчелку, за жучка, либо за стрекозу. Ну, мне кажется, тут все очевидно, конечно же, за пчелочку. Выбираем сложность, легкую или тяжелую. По хардкору, по... Не, давай. Да, давай по хардкору пойдем. Тяжелый выберем. Пожужжали. Зарождение пчелки. Я вижу яйца. А это наши усики. А это наши ножички. Какие они няшные. Проснись, маленькая пчелка. Кто из вас батя, кто из вас мама? Сколько народу. Привет. Здравствуйте. Вон, у кого глаза такие, знаешь, загипнотизированы, это я. Улей, милый улей, я наконец тут. Круто. Новый детеныш. Привет, малышка. Как тебя зовут? О, как меня зовут? Придумайте имя. Бисквит. Бисквит. Отличное имя, слушай. Бисквит, но я хочу другое. Так, значит, мы убираем вот это, и мы ставим мать пчел. Пчел, да. Пчел. Почему мать? Я тебе сразу скажу, потому что все пчелы, которые носят мед, это пчелы, ну, они в смысле женского рода. То есть мужского рода это трутни, они не носят мед. Прежде всего, давай научим тебя летать, как настоящая пчела. Окей. Как это сделать? Пошевели крылышками. Да я как бы уже шевелю. Передвижение. Вперед, назад, влево, вправо. Отлично. Вниз осмотреться. Все понял. Все понял, окей. Смотри, как я могу. Вверх, вниз, сальтуха. Вот так вот. И вниз, сальтуха. И вправо, и влево. Смотри, как круто я могу. Движение вправо. А, тут все надо под запись, короче, делать. Окей. Вверх, вниз. Круто, да? Теперь отправляйся в строительную комнату. А можно я меда захаваю? Ищи отметки золотого цвета. Они подскажут путь. Ох, я понял. Я ж не тупая пчелка. Золотой маркер, ищу. Ладно, окей, я усёк. Я меду пожрать хочу, я только родился. Жрать хочу, вообще не могу. Что-то не жрется. Ладно, окей. А что вот это за куча навозная? Это что тут? Вы тут засрали? Это туалет? Вы где кушаете, там и срете или что это? Почему тут грязно так? Такого не может быть у пчел. А, вон, золотой столб, нам туда грибы. Мы в какой-то пещере живем? А, ладно, походу у медведя. Привет. Привет. Ты будешься словно пчелка? Ну типа да, давай пока, ты какая-то странная. Короче, мы походу логово у медведя отжали. Поэтому мы в пещере живем. О, ты видел, сколько там меда? Сколько сот? У нас есть специальное место для обучения пчел. Пролети в эту трещинку. В какую трещинку? Где я эту трещину увидела? В трещинку пролети. Вот сюда в какую-то, в эту трещинку. Пролети в эту трещинку. Внизу, что ли, она? Подожди, я не видел. Про какую трещину ты говоришь вообще? Пролети в эту трещинку. А, вон туда. Вот нам надо. Следуйте за золотым маркером. О, какой мир прекрасный. А где мы в итоге живем? И правда, мы в скале живем в какой-то. Ага, раз я здесь вылетел. Мы не в дереве, а в скале. Окей, летим на золотой маркер. Там будут дальнейшие указания. Хьюстон, мы долетели до маркера. А, дальше. Слушай, да это Need for Speed какой-то. Типа проедь по маркерам. Вау, я вдарился. Но мне не больно. У меня, походу, школа вождения сейчас будет. Вот так. Но чтобы стать настоящей пчелой, нужно научиться собирать пыльцу. Ох, ё-моё. А чё, работать надо? Мне что-то про это никто не говорил. Сбор пыльцы. Летите сквозь цветы золотистыми сферами, чтобы собрать пыльцу. Когда порошок с медом в левом нижнем углу заполнится, отнесите пыльцу в улей. Окей.
Ништяк. Ништяк. Улитки, здорово! Здорово! Чё, как жизнь, блин, я остановиться не могу. Здорово. Есть пыльца. А если найду? Чё ты спряталась-то? Ну вот, походу у них нет пыльцы, они прячутся. Ну а погнали залетать, надо собирать пыльцу, надо работать. Работаем. Я же все-таки пчелка, я же не трютень. Ладно, там наверх, потом чуть позже залетим. А что, всю пыльцу будем собирать? Пока не заполнятся мои лапки. Блин, прикольно, смотри на лапки, там реально пыльца появляется. Забавно. Сейчас она как обвиснет, вся пыльца на моих лапках. И потом, о, жаба, здорово, здорово, пыльцу не видели? Слушай, она же меня может сожрать, в принципе. Вау, ты видал, на язык достала. Очень опасно с ними там шутки шутить. Понятно. Я лучше не буду к жабам подходить, они дерзкие. Банда жабс. Ладно, летим собирать пыльцу. Вот так вот. Стопы. Мне напоминает мой полет пьяную пчелу. Кстати, знаешь, что пчелы общаются между собой при помощи движений? То есть... Не усами там, да, не какими-то звуковыми сигналами, а движениями. Они рисуют карту на где-то на, ну, допустим, на листике, либо в своем улье на полу рисуют карту, и типа пчелы видят эту карту и следуют за пчелой, если, допустим, на карте написано «следуй за мной». Типа так вот они общаются. Вот. Я вообще про пчел много чего знаю. То, что у пчел есть огромная матка, которая единственная весь улей плодит этих пчел. Ты представлял? Так огромная, жирнючая, здоровенная, длиннющая. Она больше, чем обычная пчела, где-то раза три. Вот. Есть еще маточное молоко. Маточное молоко. Оно, кстати, такое кисловатое на вкус. Я тоже про... О, кузнечик, я видел кузнеца. Кузнеца. Жаба, аккуратно с ними. В траве сидел кузнечик. Сидел он и пердел. Ладно, что-то не о том я. Ага, прикинь, там кузнечик сидел, и рядом лягухи. Лягухи сейчас придут и сидят кузнеца. О, все, к маркеру сейчас полетим. А почему маркер светится именно здесь? Ну давай подлетим. Мир полон разных растений, и благодаря нашему зрению мы видим их разноцветными. Круто. Обычные цветы белые, особые зеленые, редкие желтые, а эпичные красные. Да вы что, тут еще и эпичные цвета есть? Пчелиное зрение. Используйте пчелиное зрение для определения качества цветов. Белые цветы обычно. Ну, то, что она уже сказала. Окей. Вот как включить супер зрение. Врубаем его. Но ничего себе. Другая точка зрения. Приз получен. Достижуха. Офигеть. У нас, кстати, нитро-то есть. Нитро есть. Я сейчас его юзану. Подожди. Давай нитро заюзаем. Как нитро заюзаем? Давай. Гипердвигатель. Приз получен. Все, нитро врублено. Давай. Как истребитель. Но нитро у нас кончается, потому что и силы тоже у нас как бы есть. У пчелы. Крылышки могут износиться. Ладно, супер гипер зеленые цветы, как бы, это ок. А смотри, вон там вот есть желтый цветок. Вот сюда вот можно подлететь, смотри, какой желтый цветок. Это эпичный. Почему он не собирается? Вот что странно. У меня, походу, брюхо переполнено. Соберите пыльцу 4 эпичных красных цветов. Красных цветов. У меня задание, оказывается, есть. Окей, полетели. Полетели. Вот, кстати, соты есть, может, сбросим? Красные цветы, вот. Есть. Следуйте за золотым маркером. Подожди, я хочу вот... Я тут вижу соты, я хочу сбросить этот... Мед. Мед, пыльцу. Можно? Не получается сбросить тут пыльцу что-то. Давай, пчелка, садись. Ладно, походу, у меня сейчас на маркере все объяснят. До маркера летим. Как сбрасывать пыльцу. Отличная работа, сестренка. Смотри, твоя шкала пчелиной энергии заполнилась. Ну да. Кстати, эту пчелку зовут Алиса. Мы используем энергию, чтобы взлететь выше или чтобы лететь быстрее. Попробуй, ты полетишь словно ракета. Я уже это пробовал, между прочим. Я опережаю события. Пчелиная энергия. Смотри, она хавает сладости. Она хавает сладости. Ну да, и когда пыльцу собираешь крутую, ты тоже энергию восстановишь. Это ваш особый усилитель скорости. Индикатор стрелки в левом нижнем углу показывает вашу энергию. Индикатор заполняется, когда вы собираете пыльцу с нескольких цветов одного типа подряд. Или если вы кушаете человеческие сладости в парке. Ладно.
Во, значит, нитро я врубаю. Какая я молодец. Собрала так много пыльцы. О, у меня тоже пора голос есть. Пора отнести все в улей. Я готов. Ожужжительно. Ты такая быстрая. И последнее. Хорошая пчела всегда знает, как отнести собранную пыльцу на хранение. Найдите золотой маркер. Снова, да? Я тут уже был, между прочим. Ай-ай-ай. Давайте, золотой маркер. Эй, задний ход. Блин, прикольно, когда пчела задним ходом сдает назад. Возвращаем пыльцу. Вы автоматически сбрасываете... А, понятно. Все это автоматически происходит, просто нужно подлететь. Вот, подлетаю. И сбросил. У вас есть очков знаний. Мы тут еще и пчелу сможем прокачивать. Да, это RPG какая-то. Что дальше-то делать? Какое задание? Маркер. Вон он, к маркеру летим. Потрясающе! Теперь ты готова ко всему. Лети через туннель в улей. Окей. Найдите золотой маркер. Тут вся игра, походу, с этим золотым маркером связана. Какая пыльца, к черту? Золотой маркер надо искать. Я лечу на всех парах. Опа. У пчел 5 глаз. 2 больших сложных фасеточных глаза и 3 простых глаза. Фасеточных, нифига себе. Ну и название. Просто сеточных. Я может выучила сказать все основы. Я готова выполнять задание. Ого, тебе не терпится работать, да? Да это наша сущность. Но я не знаю, с чего мне начать. В улье много работников. Разведчики, стражи, няни. Но большинство это медовые пчелы, как я. Ну круто. Ого, мне нужно выбрать, кем стать? Нет, глупышка. Это решает королева. Слетай к ней. К матке сейчас полетим. Сейчас я тебе покажу королеву. Надеюсь, она здесь нормально выглядит. Королева вот сюда. Окей. О, она глубоко. Она в самом центре. Ну, кстати, не всегда в самом центре. Нам теперь направо, вон туда. Привет! Трудишься, словно пчелка? Да кто за мной болтает? Какая-то рабочая пчела. Вот она, матка. Ты какая здоровая. Что-то я очкую к ней подлетать, да? Не двигаться. Страж Райли говорит мне. Стопэ. Почему ты пришла к нашей королеве? Да просто тихо поболтать. Ну что, малышка, ты теперь медовая пчела. Все? Она, короче, говорит, вылетай отсюда. Раз ты медовая пчела, так что давай тусуй. Мне же нужно было роль свою определить. Вот она меня назначила мед таскать. Окей. Все, почесали отсюда. А, нитро закончилось. Надо где-то пожрать сладости или пыльцы сладкие набрать. Черт. У пчел 5 глаз. А, да, это мы уже все знаем. Стрекозынь прилетела. Бабочка, олень. Я вижу оленя. Мы в каком-то парке в центре города. Тут все есть, прикинь. А, мы вообще, походу, в зоопарке. Пчела в афиге. О, еще один олень. Смотри за пчелами. Полетели за пчелами, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Посмотрим, что они будут мутить. Что-то какая-то фигня начинается. Мухи какие-то. Или это осы? О, нас подбили. Нам по глазюхам надавали. Вот это трафик. Нужно быть осторожнее. Давай соберем пыльцо. Давай, конечно же. 40. Дали чуть-чуть вообще времени. У меня ж нитро нет. Вы что? Вы что? Можно вот так вот сделать. Ну, тут обычная пыльца. Белые цветки — это обычная пыльца. Ничего сочного. Нитро есть, полетели. Врубаем нитро. О, можно за пределы решетки точно же вылететь. Нитро,
Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Черт, я чувствую, как будто я на истребителе летаю. Был два штурмовика играю. Где еще? Еще. Чуваки, не раздавите меня, пожалуйста. Кстати, сладости. Можно сладости пожрать. Все, я собрал достаточно. Ого, вы открыли лаванду. Примулу открыл. Куча цветов открыл, вылетев из зоопарки. Вау, вау, вау. Так, используйте пчелиное зрение, чтобы для чего? Собрать 4 единицы редкой пыльцы. Окей. А можно шарики лопнуть? Было бы круто. На нитрово так летаешь. Пфф. Не, нельзя. Испоганить день рождения ребенка. Значит, желтые цветы, да? Есть один. Сладости вон они. Но поскольку у меня нитро фул, мне эти сладости жрать не надо. А, еще один желтый цветочек. И последний. Последний вот он. О, вон там пчела. Она плохо выглядит. Мне нужно узнать, могу ли я ей помочь. Ты слышишь речь людей? Отлично, они болтают. Просто диалоги. Королевские диалоги, я бы это назвал. Привет. Ты в порядке? Ты не можешь вернуться в улей? Следовать. Следуйте за пчелой, попробуйте не пропускать цветные кольца и бонусы. Избегайте столкновения с препятствиями на пути. Подожди! О, гонки, гонки, преследование, преследование. Следуй за пчелой. Так давай, давай, погнали. Вон, желтый след этой пчелы. Помедленнее. Какой помедленный? Ой, я что-то пропустил. Убирайся, она говорит мне. Ой, паутина, нифига себе. Чуть в нее не влетел. А чё вот это бонусы, бонусы ускорения? Блин, она далековато. Чё, я просрал, да? Ну ладно, если чё, нитро сейчас буду врубать. Давай, погнали. Я хочу тебе помочь. Блин, ну и управление тут, а? Чуть-чуть надавил, уже сразу вправо. Опа, облетели, не облетели, пропустили кольцо, но ничего страшного. Сколько мух. Видал? Врубаем нитро. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, кольцо. Есть кольцо. Шмантеляет знатно, конечно. Аккуратно, я преследую. Я сзади нее. Отлично, бонус. Есть бонус. Снова паучья паутина. Куда же ты летишь? Кругами что-то наматывает она тут. Вау-вау-вау, не врезаться бы в каргу. Ай, врезался чутка. Нитро. Берем нитро, пропустил нитро. Ну и в топку. Мусорный бак. Я вижу, что люди ветровые волны создают, которые могут нас сдувать. Я чувствую себя нелепо. Нелепо? Тебе ж фигово. Что это за пчела? Это я или та, которая фигова? Опа, оса. О нет, оса. Будь осторожна. Назойливая пчела. Ты заплатишь за то, что потревожила мой обед. Да, в смысле, я просто посмотрел, как ты их жуешь. Это мы еще посмотрим. Итак, битва. Продвинутый уровень. Ух ты, нифига себе. Ну чё, давай, я сейчас наковыляю. Оп. Блок. Увернулась. Кто кого? Она меня, походу. Ударила, как-то умудрилась. Есть, удар, получила. Энергия, правда, кончается очень быстро. Очень не круто. Снизу, прикинь, подлетела. Сверху. Мимо. Сверху. Вот так вот тебе, вот так вот. Снизу давай. Блок. Снизу давай. Опа, да, апперкот. Еще снизу. Ништяк, круто.
Мы причем деремся, знаешь, не своими попцами с иголками, а просто бошками. Вот так вот тебе. Оглушил ее. Блок. Сверху. Снизу. Справа. Давай справа. Справа, вот так вот. Еще. Еще. Готово. Последний удар. Ножи. Победа! Прям как бокс. Оса устранена, я красавчик. С меня хватит, но вы меня еще увидите. Да, как бы не хотелось бы. Мы спасли эту пчелу. Здесь безопасно, выходи. Ты можешь лететь домой. Я припоминаю. Я съела кусочек гнилого яблока. А вкус был странный. Ой, меня тошнит. Не переживай. Они помогут тебе вернуться назад в улей. Мы ведь одна большая семья. Спасибо. Я хорошо поработала. Время лететь домой. Ладно, полетели. Сейчас дособираем, короче, парочку пыльцы. И, в принципе, все. У меня фул баки. Можно отвозить домой в улей. Давай попробуем пожрать что-нибудь, а? Сладость какую-то. Вот кексик, смотри, вот здесь вот кексик. Кексик, я могу его поесть? Нет, кексик не могу поесть. А в баночку с содовой могу? А, она закрыта. Она закрыта. Детишки, привет. Здесь есть что? У вас что, пожрать ничего нету? А, вон, вижу. Леденец. Леденец можно захавать. Давай, хавай. Ого, у меня так много пыльцы. И чё? Нужно отнести то, что у меня есть в улей, перед тем, как собирать дальше. Сладости пожрал. Отлично. Все, погнали дальше. Кролики. Здорово, кролики. Тут спортсмен какие-то, он занимается фитнесом. Давай нитро врубай, что ты? Ништяк. Я лучше через вот ворота залечу. А можно и через верх вот так вот. Круто, когда у тебя нет стагр... Смотри-ка, походу наше дерево спилить хотят. Люди, они никогда еще не подходили так близко. Что они хотят от нашего дерева? Возвращение в улей. Так, сейчас вернемся. Короче, учитывая, что тут огромная куча пчел, они решили спилить это дерево. Вон, смотри, сколько тут пчел летает. Видимо, мы мешаем тут всем. Во время Первой мировой войны мед использовался для лечения ран. Все, наш улей срубают. Пчела не понимает, что происходит. Мать пчела выходит. Тихо. Феромоны свои распылила, чтобы успокоить пчел. Люди пытаются уничтожить наше дерево. Пока что они сдались. Но скоро они вернутся и отнимут у нас наш дом. Пришла матушка, раскидала задачи, все четко. Мы семья. Спасение Ого. Пчелы, приз получен. У меня так много пыльцы. Мне нужно отнести то, что у меня есть в улей. Компас. На компасе отображаются символы улья и квесты. Когда рядом появляется испытание, на компасе отображается и его значок. Окей. Значит, пыльцу мы сбагриваем вот сюда, в соты. Как назад к работе. Нам нужна эпичная пыльца для зимы. Эпичная пыльца для зимы. Но эпичные цветы так сложно найти. А, тут не пролететь. Может, стоит слетать в библиотеку? Ну, полетели в библиотеку. Почитаем, где искать эпичные цветы. Все-таки, короче, мы не в пещере живем, мы в дереве живем. Вот так-то. Я ошибся. Поэтому вот это вот какахи, это не какахи, это остатки от дерева, видимо.
Подвиги. Ваши подвиги хранятся в меню игры и в библиотеке Улья. Завершение подвиги и текущие подвиги дают вам... Что я прочитал? Завершенные подвиги и текущие подвиги дают вам очки знания. Окей. Окей. Хорошо. О, смотри, тут рамки даже есть пчелиные. Круто. Да, здесь много мест с хорошей пыльцой. Мне нужно проверить их все. Где? Где? Нам маркер опять золотой, да, сделали? Окей, пошли на вылет. Врубай нитро. Эй, прикинь, в улье гонять нельзя. Нельзя включать нитро. Тут ограничитель скорости работает. О, пока я так долечу медленно, это же капец. Тут даже визор не работает. Свои супер глаза не могу активировать. Туда никак. О, привет. Здорово. Чё, как сама? Килограмм пчел будет состоять примерно из 10 тысяч особей и займет около 1 литра объема. Эй, ты была в библиотеке, да? Да. Старая пчел Джейми. Я тебе кое-что расскажу. Ну давай. Тут, походу, кроме как еще пыльцу собирать, со всеми ты болтаешь. Ищешь эпичную пыльцу? Да. Так? Да. Танец. Погнали. Ви. Окей, есть. Ага. Вот так вот. Угу. Изи. Музыкальти какой-то у нас тут. Отправляюсь в зоопарк прямо сейчас. Вот, я про движение-то говорил, что они общаются движением. Вот они, видишь, потанцевали, и эта пчела рассказала, где искать пыльцу. Испытание. Очки знаний даются за прохождение испытаний. Маркеры делятся по типу: голубой, гонка, розовый, танец, красный, битва, оранжевый, ужалить хулигана. Кстати, если пчелы начинают жалить, они погибают после этого, особенно если они ужалят человека. Зеленый – сбор пыльцы. Ты спросишь, почему они помирают? Я думаю, ты и так знаешь. Потому что их иголка остается, их жалко остается в теле человека. Вот. И, соответственно, жалко вырывает еще и часть внутреннего кишечника пчелы. И поэтому она не может дальше жить. О, тут осы. Нифига себе. Красный цвет. А это значит, нужно кого-то ужалить. Поток ветра. Вау, как меня сдувает. Значит, подожди. Ну, давай как кого-нибудь попробуем ужалить. Чего бы нет, растут вот тут дерево с красными штуками. Да, принять участие в испытании битва. Да, погнали. Подеремся. Злее, пчелка. Ты залетела не в тот район. Да ты чё? Насколько я знаю, парк принадлежит всем. Да ну, это мы еще посмотрим. Готовьтесь к битве. Битва районов, ё-ма. Осы против пчел. Ну и чё, давай. Оба, мимо. Оба, ой. На тебе. На, снизу давай бей. Энергия закончилась. Вот так вот. Сбоку. Есть. Справа. Снизу давай. Снизу. Ага. Давай снизу. Энергия. Не забываем про энергию. Блок поставим. Черт. Снизу. Готово. Мимо. Есть попадание. Черт. Пробили. Ай, блок ставь. Энергия не накопилась. Черт. У нее энергия тоже на подходе. Пробивай. Да штопанный ты. Снизу. Да ё-моё. Вот так вот сверху. Да, снизу. Я чуть-чуть осталось, и нам тоже чуть-чуть осталось. Блок. Черт, сверху напало. Еще раз сверху. Ускользнуло. Готово. Блок. Черт, снизу. Еще удар, последний. Готово, победа. Ништяк, чуть не сдохли. 21 хп у нас был. Ух. И оса загасилась. На этот раз тебе повезло. Но осы еще вернутся. Да. Давай, проваливай. Подвиг обновлен. У вас есть куча очков знаний. Что с ними делать, я пока не знаю. Так, значит. Нам нужно посетить зоопарк. Так мы уже в зоопарке, разве нет? Полетели вон туда. Значок стоит. Значит, нам сюда. Где золотой маркер? Курочки, привет. Главное, чтобы они меня не склевали. Глоссарий. Вы можете найти информацию о животных и растениях в глоссарии. Каждый раз, когда вы узнаете что-то новое, сюда вносятся записи. Ах, курицы. Ужасно пугающие создания. Конечно, они могут тебя заклевать. Яйца, как и мы. Но их ли
личинки не едят мед. Они едят пчел. Вот-вот-вот. Значит, вы открыли пижм... О, прям в глаз пчеле залетел. Опасно. Дальше летим. Не-не-не, зрение нам это не нужно. Мы летим к козам, да, по всей видимости? А нет, к баранам. А нет, не к баранам. А куда ж мы летим тогда? Куда-то очень далеко. Кто у нас там? Виу. Чё застрял где-то? Я, походу, какой-то пыльцы стрёмно съел, что меня так колбасит. Подожди. Вон туда нам надо. Подожди, я могу сесть на лицо? В нос, в глаза. Не, никуда не получится. Блин, я хотел поприставать к этой девушке. Она так сказала. Я думал, что она испугалась меня. И это тоже пофиг. Во-во-во-во, смотри, рукой махает, типа, чтобы меня отогнать. Так, здесь стекло, понятно. Это кто? Зебры, единороги. О, единороги, блин, носороги. Единороги, да. О, какие большие животные. Если старушка-пчела была права, мне нужно подлететь поближе. Это кто, песель? Здесь песель, я вижу. У тебя есть что сладкого пожрать? Рукой сбил меня, негодяй. О, там смотри, какие у тебя томатики, соусики, помидорки, огурчики. Сладость сколько. Ну, это как бы не сладко, но... Какое красивое для человека место. Сладко. Здесь так много животных и людей. И чё? Мне нужно сосредоточиться и найти цветочницу. Цветочницу. Так, цветочница. В корзине цветочницы всегда есть легендарные цветы. Попробуйте ее найти. Чувствую аромат очень редких цветов. Цветочница. Надо взлететь повыше. Цветочница вот она. Уже близко. Вот она. Давай. Она не против будет вообще, что я у него пыльцу соберу. Раз. Пролетаем. Есть. Я собрал все. Да. Это хорошая пыльца. Но мне нужно больше, чем это. Вижу других пчел. Может, они подскажут мне направление? А где другие пчелы? Я не вижу пчел других. Я только ос вижу. А вон туда нам полететь надо. Ну, полетели. Главное, ос не встретить. Вот они, кстати, и осы, пожалуйста. На дереве вот тут. Пчелки, здорово, расскажите, что? Привет. Потанцуем, может? Не знаете, где здесь растут редкие цветы? Конечно. Давай на спор. Гонка. Если ты меня догонишь, я расскажу тебе. Ну давай, базара нет. Погнали. У меня как раз... у меня нитро нет. Ха. Погнали, юху. Энергию надо набрать. А то у меня закончилось. На гонке у меня кончилось. О, нифига себе, мы прям к муравьям залетели, или это пауки тут? Есть нитро. Врубаем его. Вот, еще нитро, отлично. Хорошо летим. Преследование удается, кажется. Пока что вот еще нитро. Есть. Там где-то улей рядышком был. Виу. Ну, я тебя сейчас догоню, я тебя сейчас по жопе надаю. Давай. Поток ветра помог нам. Чайка сверху сидит. Хорошо, что чайки не едят пчел. О, морж! Котики. Моржи. Оп. Есть ускорение. Давай, пчела, гони. Расстояние сокращается, отлично. Так. Мне ее обогнать нужно или догнать? Вы пропустили слишком много. Понятно. Давай, полетели еще разок. Догнать быстро. Мне ее догнать нужно. Ладно, сейчас догоним, не беда. Черт, чуть в паутину не влетел. Есть нитро. Еще. Прикинь, я ее догнал каким-то невероятным. Ты меня сделала. В тропиках растет много эпичных цветов. Спасибо. Удачи. И слушай. В парке много быстрых пчел. Если ты предложишь им немного погонять, они с радостью согласятся. Ок. Я, короче, раз 10 играл в эту гонку, потому что я не мог ее догнать. А сейчас вот
ну, ты видел этот, я, короче, вырезал все моменты, оставил только вот этот, когда я ее догнал, и ты увидел, как я ее догнал очень быстро. Вот тут вот сразу же, как вылетаешь с этого муравейника, я ее догнал. От этого мне приходилось по 2-3 круга за ней летать, я все равно ее не мог догнать. Это, короче, капец какой-то, а не гонки, здесь реально Need for Speed отдыхает. Ладно, значит, что, мне нужно лететь... Куда мне показываете, куда мне нужно лететь? А может вообще закруглиться? Сейчас, давай долетим до точки. Вон туда надо лететь. Долетим до точки, посмотрим, что там, что кого. Сожрем какую-нибудь сладость, гадость и будем закругляться на этом. А, вон, смотри, вот тут вот. Тут заповедник и есть тут какие-то редкие цветы. Вот здесь вот. Ого, какое классное место. Я уже чувствую запах цветов. И чё, какие собираем? 30 секунд, погнали! За 30 секунд надо собрать. За 30 секунд нитро нет, офигенно, я что-то пропускаю. Черепахи, об что я ударился? Кактусы? Давай, собирай, что-то как-то... Да ж, об что я бьюсь-то? А что-то не все собираются, цветы-то. Только кактусы собираем или что, или красные? Да блин, растения сраные. Понарастали тут растения всякие. Все, очки знаний. Зарабатывать очки знаний, собирая пыльцу, выполняя квесты, завершая испытания и подвиги. На заработанные очки вы можете разблокировать чего? Статуи животных, 3D-модели и новые скины для пчел. Вау! Приз получен. Ранний доступ. К чему? Ну, короче, вот такая вот игруха, симулятор пчел. Мне кажется, что это немножечко скучновато. Если тебе кажется не скучновато, то ставь лайк под этим роликом, если понравилось. И не забудь подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего видео на моем канале, на котором мы, собственно, с тобой и увидимся. Так что до встречи!